Олег Петрович, подведите, пожалуйста, итоги первого сбора. Нам удалось сделать всю работу запланированную. Мы работали в двухразовом режиме, и мы довольны новичками, которые пришли в команду. Потому что и в человеческом профессиональном плане хорошие ребята быстро влились, соответственно, в коллектив. Вот. И в целом команда очень, очень хорошо выглядела на тренировках, потому что было старание, понятно, что было тяжело, но вот благодаря этому старанию нам удалось сделать то, что мы запланировали. Как вам работа футболистов, которые попадают под лимит на молодых игроков? Хорошо выглядят все футболисты. Это и Шипилов. Он по сравнению с зимой, когда мы были на сборах, и весны, он сейчас возмужал и окреп, и выглядит очень, очень убедительно. Седов Максим хорошо выглядит и выполняет, все выполняет на максимуме, старания есть и качественно это делает. Валера Цырукян то же самое. И даже в сегодняшней игре вот он и два забил, и отдал голевую передачу. Молодец, хорошо. Денис Файзулин вот влился к нам в коллектив. Хороший парень и выглядит очень прилично и в тренировках, и на поле. Какое впечатление оставили воронежские парни из «Факела М», которые участвовали в двусторонних играх? У нас такая-то традиция возникла еще осенью, когда мы приглашали футболистов. Потом на сборах вот с нами ездили ребята. И по ходу весенней части мы тоже взаимодействовали. Сейчас выдался такой момент, когда мы решили посмотреть ребят, которые выделяются в «Факеле М», пригласить их в тренировочный процесс. Ребята молодцы, они приятно меня удивили, потому что понятно, что это эмоциональный фон старания, когда ты приходишь в первую команду. И здесь желание и эмоциональный этот фон все равно не сможет помешать нам увидеть качество, есть ли качество или нет, или что, над чем нужно работать. Но мы увидели качество. Хорошие ребята, которые достаточно быстрые, очень уверенно действуют и молодцы, они поедут с нами на сбор. А на следующем сборе команда будет решать уже другие задачи, правильно? Да, конечно. Мы продолжим двигаться именно по намеченному плану, но возрастет интенсивность. И интенсивность в двух тренировках. Если у нас здесь была вторая тренировка какие-то дни в тренажерном зале, вот, то там мы будем работать по принципу зимних сборов. И вот в эту интенсивность у нас будут игры, где ребята будут играть все по 90 минут.